Я пускаюсь в дорогу с Богом, отдаю себя всем дорогам, всем дорогам, века сулящим, по которым мы жизни тащим. Век гламурный и век фасонный, и век секундами расфасованный. Мы секунды дробим на миги, четыре части, четыре книги. В первой книге сотворение мира, от Всевышнего до кумира. А вторая в слезах и боли, книга тысяча одной любови. Третья книга, смешная дура, кодекс чести, макулатура. А четвертая, дом без крыши, та, которую мы сами пишем. На славянском и на иврите память вяжет тугие нити. Четверть века, как четверть мига, неразлучно перо и книга. Я пускаюсь опять в дорогу, и они за мной, слава Богу. На четыре далеких света толоку я поклажу эту. Свет пролейся на струны брызни, четверть песни уже полжизни. Свет небесный мои вериги, четыре счастья, четыре книги. Книги сотворения мира, от Всевышнего до кумира. А вторая в слезах и боли, книга тысяча одной любови. Третья книга, смешная дура, кодекс чести, макулатура. А четвертая, дом без крыши, та, которая сами пишем. На первой книге сотворение мира, а вторая в слезах и боли. Третья книга, смешная дура, а четвертая, дом без крыши. А четвертая, дом без крыши. Так что мы через миг пишем. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Нута мы» телекомпании «Тонус». С вами, как всегда, ее ведущий Владимир Селиверстов. Сегодня у меня в гостях Виктор Дурицын и Александр Юлин. Виктор Дурицын уже не первый раз в нашей студии, мы сегодня с ним посчитали, что у нас сегодня уже третья встреча, да, то есть это самое. Вообще мы с Виктором знакомы очень давно, где-то, наверное, с конца 70-х годов. Первый раз мы встретились на фестех-песне, где я там был еще как бы от представителей фестеха, а Виктор был один из почетных гостей. Вот. И потом как бы много лет встречались тоже на разных фестивалях, вот. Ну и в том числе в этой студии. Виктор, вот про песню, которую сейчас ты пел, первую, с чего вы начали, что-нибудь скажи. Совершенно неожиданно появившаяся песня, я не понимал, к чему она вообще появилась, такая странная какая-то. А через несколько времени мне позвонили из издательства, забыл его название, и предложили записать аудиокнигу доктора Синельникова. И я, когда пришел к нему на встречу и познакомился с его творчеством, а это такая нетрадиционная медицина,
и все построено на каких-то магических словах и на чем-то таком, на вере, на всем называлось, на «возлюби болезнь свою». И когда я стал общаться с ним и говорю, что вот интересно, а вот у меня появилась вот такая песня, вот к чему это, что вот одно с другим как-то. И дал послушать ему, и Синельников говорит, если бы мне эту песню в эту книгу мою, я был бы абсолютно счастлив. Я говорю, так и я был бы счастлив тогда, конечно. Вот к чему она родилась, оказывается. Ну, да. Синельников сказал, правда, говорит, у меня только две книги, и мне еще две придется дописать быстро-быстро. Ну, хорошо. Ну, давайте, что еще мы сегодня споем, услышим? Ну, хочется попеть лирических песен. Как-то все больше стали петь песни лирические. Хорошо, давайте лирические. Ты говорила, что так устала, варить варила, стирать стирала, растить растила, кормить кормила, любить любила, да все достала. Ты говорила, что жизнь такая, уже не в радость, шалаш без рая. Ты говорила, что все не мило, что не об этом всю жизнь мечтала. Ты говорила, кружа по дому, бросала вещи, уйду к другому. Что-то он дамала мне ни грамма, что, мол, как в воду глядела мама. Ты говорила, а я не слышал, а я не слушал. Я был далеком на крыше мира, на самой крыше, где выше только орлиный клёкот. Ты говорила, а я не слышал, а я не слушал. Я был далеком на крыше мира, на самой крыше, где выше только орлиный клёкот. Ты говорила, а я не слышал, а я не слушал. Я мыл посуду на крыше мира, на самой крыше, где выше больше ни с кем не буду. На крыше мира, на самой крыше, где выше больше ни с кем не буду. На крыше мира, на самой крыше, где выше ни с кем не буду. Здорово. Ну, это самое, Витя, расскажи про вашу работу с Александром. Раньше ты один выступал. Вот. У меня прошлый год вообще наполненный всякими разными событиями. Немножко похвастаюсь, я стал чемпионом России по бадминтону в своей возрастной категории. Стал супердедушкой Москвы. Да, это я наблюдал. И вот под конец года вот такая награда у меня была. Мы встретились с Сашей и начали с ним вместе репетировать. Саша немножко скептически относился сначала. Только начали, да. К тому, что кто-то предлагает ему... Саша сам автор, пишет песни, выступает. У него дуэт замечательный. Я хотел бы, чтобы ты пригласил его к себе сюда. Ну, это будет, на канал. Вот. А потом Саша стал прислушиваться к песням к моим, и
как-то вроде бы кивнул, сказал, что ладно, давай, будем вместе. И вот мы немножко порепетировали, еще, конечно, далеко до полной слаженности, до взаимопонимания абсолютного, да, но, тем не менее, мы стали понимать, что мы друг другу нужны, и что нам надо вот так в этом формате и пробовать дальше двигать. Да, как Владимир Ильич завещал, да? Да. Ну хорошо, давайте, что там у нас дальше по программе? Вот я через несколько дней собираюсь в Ленинград, как я его люблю все-таки звать, но в Питер, в Санкт-Петербург. У меня там турнир по бадминтону и концерт, связанный с тем, что как раз я там буду на их земле, и, в общем, приурочили. И хочется привести в Питер одну из своих песен, которая в Москве, в общем-то, петь не очень уместно. А вот я ее приготовил с Сашей. Для туда, Питера. Для Питера. Называется «Первый снег в Ленинграде». Он был, этот первый снег, когда я написал эту песню, в сентябре, а теперь он у них будет первый снег в феврале. Там, да, у них похожая погода на нашу. Разводятся мосты, Неву утюжит судно, проулочки чисты, пусты и малолюдны, природа в кураже, от снежно-нежной пудры светает на душе, как воскресает утро за фонарем луна, как колесница Феба, кто выбелил дома, откупоросил небо пасхальный твой наряд, обычная оправа, как строг ты, Ленинград, как держишься державно, не вы замедлен бег, как нынче выпал снег. Рано. Забыл сейчас и год, такая подоплека, что кажется, вот-вот здесь повстречаю блока, что лев к земле прильнул, свой львиный зев разинув, что рось промелькнул частичкой России, обетованный край, священная обитель, как ты не величай, он все же просто Питер, радушный родной, друзей родные лица, но покривлю душой, коль изменю столицы, вернусь назад домой, и город над Невой мне будет сниться. Да. Здорово. Ой, давно я не был в Питере, прям тоже это что-то так музыкой навеяло. Надо как-то будет плюнуть на все. И... Плюй сейчас, и поедем вместе по бадминтоним. Сейчас, ну и бадминтон. И песни попоем. Вот песни, да, песни это. Бадминтон уже мой кончился, так и не начавшись. Мой начался в 60 лет, Володь. Ничего не поздно. Понял, какие твои годы. Да, да. Хорошо. Ну ладно, с бадминтоном понятно. В 60 лет у тебя начался бадминтон, и ты, как говорится, достиг уровня как чемпиона России в своей возрастной группе. Это вообще очень здорово, конечно, это самое. Но я хотел тебя спросить вот про этот конкурс «Супердедушка». Что это был за конкурс? Вот. Один конкурс был вполне так себе хорошим. Это я, когда в своем северо-восточном округе выступал, соревновался. И он был совершенно такой соревновательный, и было здорово. Мы демонстрировали свои какие-то возможности, навыки, достижения. А городской, он уже был такой шоу. Там, нам ни одного слова не дали в микрофон сказать. Понимаешь, что это такое? Все было уже так решено каким-то образом. За меня самое большое количество голосов отдал интернет.
Ну, я голосовал, я участвовал. И ты, вот, да, оказывается, нет, твой голос был решающим. Ну, может, не решающим, но он был один из голосов, это самое, потому что, ну как же, там встретить знакомое лицо в этом конкурсе. Мы это... там танцевали с девушками, которые имеют награды с международных конкурсов, ну, как городское шоу, там, как «Танцы на льду», там, да. Понятно. Пели с ансамблем «Самоцветы», я пел «Как прекрасен этот мир» вместе с Леночкой. Вот, и с живыми самоцветами, которые на сцене, каждому из участников дали спеть какую-то песню самоцветов. Вот, было прям. Потом готовили какие-то пиццы, готовили. Никогда в жизни я этого не делал. Но я думал, как я это буду делать? Но вокруг столько бабушек, которые болели за меня, они говорят, так, режь, режь перчик. Сейчас я вас удалю. Я говорю, нельзя подсказывать. Они не могли. Они, да-да-да, все, мы молчим, молчим, перчик вот эти цвета кладем, мельче режем. Просто они не понимали, что они вслух говорят. Вот это. Потом чеканили мяч там вместе с Алдонином из ЦСКА, игроком сборной России. Ну, такой, в общем, интересный проект. Ну, хорошо, давайте еще что-нибудь споем. Я вот в связи с Москвой, Москва сильно изменилась, и неожиданно у нас замороженную станцию метро Марьиной Рощи, где я живу, вдруг ее открыли. Это была большая для нас радость. Она была конечная на новой салатовой ветке. А с другой стороны, не очень длинная этой станции конечная, конечная была станция Марьина. Вот слушайся. Марьина, конечно, и Марьина роща. Знаешь, сколько? И обе конечные на одной салатовой ветке. Сейчас, конечно, продлили уже. Но тогда сколько людей уехали на свидание не туда, да? Ждали друг друга в разных местах. А я в связи с этим написал песню, которая называется «Две Марьи». Но песня, в общем-то, не о метро, конечно, а как большинство моих песен о любви, как большинство песен вообще, наверное, на свете. Ну да. «Две Марьи». Две станции Марьины Москвой нам подарены, из центра к окраине подземка летит. На ветке салатки две Марьи загадки, две Марьи загадки. Мост метро сети, я к Марье из Марьина спешил на свидание. В апреле или в мае ли, считай, скоро год, но не часто встречаюсь я с Марьей за чаем. Наверное, скрывает, что с кем-то живет. Что женщина хочет, поймешь ли меж строчек, то Марья хохочет, то томно грустит, то взглядом порочным. Вот так, между прочим, мир мой непрочный куда-то стремит. Марьина Марья со мной играет, согласно кивает, да смотрит хитро. А вечер настанет, и Марья растает, раскладка простая. Мне снова в метро, а в Марьиной роще я выйду на площадь. Марьина роща огнями течет. В Марьиной роще Марья попроще, денно и нощно ждет меня, ждет. Что женщина хочет, поймешь ли меж строчек, а Марья из рощи все больше молчит. Мне Марья из рощи мозги не полощет, ее зеленые очи. Маяк мой в ночи, две Марьи, две станции Марьины,
Я в этом сценарии себя растерял. Две Марины песни вдвойне неуместны. Из двух неизвестных известный финал. Две Марины песни вдвойне неуместны. Из двух неизвестных известный финал. Да, так вот разметало по углам. Ну хорошо, давайте что-нибудь еще будем петь. Недавно появившаяся песня, я готовлю новый диск. И вот песня из последнего альбома, называется она «Башмаки». Башмаки из жесткой кожи, башмаки из жесткой кожи, все ношу, не разношу, быть со мной помягче тоже, все прошу тебя, прошу. Но голос твой зачем-то властный, лишь кивок на мой привет. Я на все же согласный, а согласия нет и нет. В городской своей коробке от стены к стене хожу, робкой, ласковой, кроткой я нигде не нахожу. СМС к переписке все похитил интернет. За столом сидим мы близко, близко, близости вот только нет. Я не имею, я не смею предпринять каких-то мер. Держу тузы гименея, жмут ботинки не в размер. Башмаки из жесткой кожи все ношу, не разношу. Быть со мной помягче все же, все прошу, прошу, прошу. Клятвы верности до гроба изменились, видно, оба мы. И не воротишь время вспять, а неразношенную обувь все же проще поменять. Неразношенную обувь все же проще поменять. Не пошло. Совершенства не достигли. Ну ладно, нет предела совершенства. Ну можно. Это самое, Вить, что... Сейчас как с работой, что-нибудь, чем занят? Знаешь, Володь, только полвека отдал кинематографу, и сейчас вот включаю телевизор, редко-редко, просто проверить, что там, вижу эти сиськи-пиписьки-пистолетики бесконечные, и так не хочется в этом участвовать, понимаешь, хотелось, конечно, сеять доброе вечное, да, и просто так зарабатывать деньги этим не хочется. Думал, что останусь без работы, и что я буду делать вообще тогда, пенсионерить. А оказывается, так занят сейчас всем на свете, что столько времени теперь можно посвятить самому себе, семье. И просто очень хорошо. Ну, хорошо. Давайте дальше петь будем. Музу споем. Провинциальная история. В городке провинциальном, возле улицы центральной, в переулке привокзальном неприметный жил поэт. Что поэтам не присуще, был поэт почти не пьющим, невысоким и худющим, сорока неполных лет.
состоял ли он в союзе, был ли он в законном браке, но был предан, как собака. Горячо любимой музе, музу в жизни звали Валей, музой во дворе прозвали. Видно, творческие узы их когда-то и связали. Она цветы любила, маргаритки-незабудки, письма старые хранила, непростой житейский хлам. Но он, как свечка, таял что-то в области желудка, и она его кормила манной кашей по утрам. Милый, тихо муза говорила, на столе еда остыла, отложи свои дела. Милый, муза музыкой парила, окружала и кружила, за собой его вела. Написал поэт немало, и когда его не стало, к его книгам на развалах был особый интерес. В городке провинциальном есть доска мемориальная, только дом, как ни банально, покосился и облез. Говорят еще, что как-то приезжали его дети, поделили, что осталось, да и было что делить. Посидели чинно, гладко, даже будто бы смеялись. С музой, правда, не встречались, с музой как-то разошлись. Милый, тихо муза говорила, в незабудках вся могила, а в душе такая мгла. Милый, ты прости мне все, что было, как умела, так любила, не умела, берегла. Вроде случай нетипичный, да и житель я столичный, а вот врезался нахально, и покой не дает. След истории случайной на доске мемориальной, в переулке привокзальном, возле улицы центральной, в городке провинциальном, где муза больше не живет. Замечательно. Ты вот рассказывал мне вчера по телефону про какой-то проект, который там в Северо-Западном округе вы делаете. Что-то про здание какое-то там. Это мой социальный центр в Москве. В каждом районе, в каждом районе будет открыт мой социальный центр. А у нас в Марьиной Роще он открыт первым. И туда без конца Собянин, делегации всякие. Вот. И мне там дают один день, последний четверг месяца, для музыкально-литературного клуба. И вот у меня прошло там уже 3 вечера, и 27 февраля будет очередной четвертое заседание нашего клуба. Приходит народу очень много, и я своих друзей, талантливых авторов, бардов и исполнителей буду туда приглашать. Замечательно. Как-нибудь приеду. Да. Так скромно Володя напросился, а я тебя же, считай, пригласил. Хорошо. Ну, давай дальше будем петь. Я знаю, что ты больше заточен на юмор. Да, такой. И, ну, у тебя раньше были тоже песни шуточные. В основном я только шуточные пел песни. Как-то с возрастом, что ли, так вот это меняется. Но, может быть, пока у нас был дуэт с женой, с Людмилой, как-то юмор не очень было форматно петь, да, и больше на лирику перешли. Вот неожиданно появилась такая песня. У нас был сейчас фестиваль очарования современного авторского городского романса. Я был членом жюри, и все время несколько туров, все романсы, романсы, романсы. И я тоже как-то вот напитался этим и думаю, а чего же я-то не напишу какой-нибудь такой романс, чтобы
так воспеть женщину, чтобы уже как никто. И, блин, закрыть ядрень фени тему. В общем, пыжился, мучился, страдал. Ну, хотелось как лучше. Получилась вот такая официантка Катерина. Кафешка возле магазина, ни суматохи, ни толпы. Официантка Катерина обносит дальние столы. Я жду ее, изнемогаю, хоть и не голоден совсем. Я Катерину поедаю, я прихожу сюда затем. Походкой гордой, изящной проносит Катя винегрет, смурлычет что-то покошачьи, оставит комплексный обед. Любовь весной неизбежна, как, впрочем, летом и зимой. Подай мне на десерт надежду, ах, Катя, побыть наедине с тобой. Глаза у Кати чумовые, я не видал лукавый глаз. Ах, Катя, Катя, чаевыми возьми меня на этот раз. Но как течением реки, моим флюидом вопреки, относит Катю безнадежно за безответные буйки. Она уходит не впервые, она уходит так всегда. И стынут чакры половые, и стынет Катина еда. Ее лоснящееся тело на стойку бара прилегло. Ах, как бы мне сейчас хотелось снять 3D-копию с него и на витрину магазина перенести полуногой, чтоб любовались все мужчины Катериной не манекеном, а живой. Страстей внезапную лавину пойди теперь предотврати. Ах, Катя, Катя, Катерина, устал я просто так ходить. Как объяснить мне, Катерине, что из последних сил люблю? Возьму шашлык из осетрины и 2 котлеты кордон блю. Скорее несите, дорогая, свой залежавшийся товар. Все съем и буду, умирая, шептать: я жертва ваших чар. А не умру, предамся блуду и закутю на склоне лет. Но никогда уже не буду, ах, Катя, согреть теплом твоих котлет. Так и останется между нами гастрономический секрет. Мне осетрин с карденблями, ах, Катя, не позволяет мой бюджет. Да, замечательная история. Скоро 8 марта. Как раз. Да, есть чем поздравить, да. Надо мне ее разучить к празднику. Долгая, 4 минуты. Ну, ничего. И так песни рождаются, что смотришь, лишнее все отсекаешь, отсекаешь, и потом остается какая-то основа, русло, лишнее уходит. А здесь думаю, ну, надо, вот что-то же отсечь надо. И жалко все. Все воспевание Екатерины. Да. У Высоцкого короткая песня на эту тему. Ну, Катя, Катерина, как там? Из-под цокота копыт? Нет, там просто это самое. Нет, какие серьезные. Вообще, Катя такое имя, самое, самое песенное. Песенное, да?
Но у меня самая песенная «Мария» оказалась. Ну хорошо, ладно, не помню. А вот есть у меня еще песенка с одним именем, которая потом реализовалась. У меня теперь кошка есть, Ясенька. Вот я ее так назвал. И песня «Ясенька» – удивительная тоже песня для меня, потому что я стараюсь не писать уменьшительно-ласкательных суффиксов, используя. Вот, а все-таки, чтобы было как-то по-мужски, да? И тут она вся из уменьшительно-ласкательных суффиксов. Ну вот давай покажу. Ну давай. Легка походочка, плыву как лодочка по самой кромочке родной стороночки к своей голубушке, к своей лебедушке, что ждет, пождет меня в родной слободушке. А там где-то в воздухе звонко, где зорька заря зреет за горизонтом, жизни заря, рябина красная, пора прекрасная, за старым ясенем крыльцо с балясиной, а у балясины, как зорька ясная, подружка ясенька, огня опасная, присяду с ясенькой я с краю лесенки, побаим басенки, наладим песенки, и спей, пожалуйста, вина из чарочки, прими, пожалуйста, мои подарочки, как зарумянец, подружка ясенька. Как станет зарево еще прекраснее, на щечках яблочках нальются ямочки, с такой лапочкой мне все до лампочки, а ветер вот нахал, добро бы в форточку, все тычет мордочку в разрезы кофточки, а мы сидим с тобой как бы на корточках, а мы плывем вдвоем как бы на облачке. Звонком, где зорька заря зреет за горизонтом, жизни заря, а там где-то в воздухе звонком, где зорька заря зреет за горизонтом, жизни заря, жизни заря, жизни заряд. К моему великому сожалению, время нашей передачи неуклонно движется к концу. Вот. Но прежде чем вы споете финальную песню, я хочу вас попросить по нашей традиции что-нибудь пожелать нашим зрителям. Я бы пожелал всем согласия. Вот такое незаметное качество, которое мы как-то немножечко недооценим. Только говорим на свадьбах, вот, живите в согласии. Да, что это, как это в согласии? Вот очень много стало несогласия среди людей. Все, каждый сам по себе, ты этого достойна, именно ты, незалежные, самостийные все, а вот согласие общего, чтобы люди как-то одинаково думали, одинаково поступали, но на самом деле ведь важно, да? Да, безусловно. Не на уровне только семьи, и в семье тоже, когда все под знаком каким-то сейчас, баба дура, мужик козел. Что такое? И все, посмотришь Петросяна, это все бабы дуры, мужики, гуляки, козлы, идиоты. Что такое? Ну не так же на самом деле, да? Может, это и смешно, но все-таки хотелось бы жить чуть-чуть умнее, жить в согласии, чтобы женщина уважала мужчину, мужчина ценил женщину. Я был в Чечне, когда на съемках, и там в высокогорных аулах удивительно, как они живут. Уже как в нашей деревне все повымерли, да, так у них аулы полуброшенные такие. Живет один дед со своей бабкой.
И вот тогда там становится понятно, для чего ему эта женщина. Вот для чего женщина ему? Для того, чтобы он в этой жизни выжил. А он ей нужен для того, чтобы она в этой жизни выжила. И все. И вот вся философия жизненная. Ну, давайте не будем выживать, давайте жизнь и добра наживать, да, жить и добра наживать, но жить в согласии. Александр, тоже что-нибудь скажи нам. Вот. Я с Виктором полностью согласен. Да, согласен. Согласие должно быть между людьми. Вот. И все-таки, да, в основном сейчас дети воспитываются семьями, да. Школа, по-моему, никакой воспитательной нагрузки не несет, и родители этому, по-моему, всякому не способствует, чтобы воспитывала школа. И я думаю, чтобы каждый, я говорю вот про школьников, чтобы каждый во взрослом человеке, да, видел своего родителя, видел свою бабушку, своего дедушку, свою маму и папу. Я думаю, и будет уважение. Уважение и почитание. Да. Ну, хорошо. И поем. У нас... Две песенки, одна финальная, одну мы еще споем. Какую? «Было дело». Угу. Было дело, ты глядела нежно и романтично. Было дело. Было дело, говорила, как жалела. Вы такой нетипичный. Еще говорила, что другого забыла, а я такой бессердечный. Еще говорила, если б я полюбила, я любила бы вечно, а я обычный человек. Вечно жить не обещаю, я обычный человек. Все куда-то уезжаю, я обычный человек. Как и все, с дороги сбился, я обычный человек. Вечно жить не научился. А под вечер было дело, навалило снега бездну, и хотелось бы уехать, да куда там, бесполезно. Вылетали из-под век купидоновые стаи, но я обычный человек, я с любовью не играю. Было дело, ты глядела чуть смущенно, и казалось, в платье белом обнаженное, и, приблизившись несмело, горячо шептала в спину: если б только я умела, вечную наслала зиму. А я обычный человек, я зимой замерзаю, я обычный человек, и времен не выбираю. Я обычный человек, как и все, с дороги сбился, я обычный человек, вечно жить не научился. И в конце мы хотим спеть песню, которая называется «Гаснет день». Гаснет день,
неумолимо, как же им не дорожить? Очень нужно быть любимым, очень нужно нужным быть. Очень нужно быть любимым, очень нужным нужным быть. Чтоб не сгинуть, чтоб не спиться, чтоб вот так вот просто быть, хоть за что-то зацепиться, уходя, не уходить. Хоть за что-то зацепиться, уходя, не уходить. Пусть другой вам кто-то снится, пусть ваша жизнь непостижима, но вы нужны мне, вы мной любимы. Дай вам Бог, как говорится, вы нужны мне, вы мной любимы. Дай вам Бог, как говорится.